средствах массовой информации часто появляются рейтинги самых оптимистичных стран мира. И сколько себя помню, их всегда возглавляла крошечная Коста-Рика. Эта страна уникальна тем, что вообще не имеет вооруженных сил. Армия здесь была ликвидирована еще в 1949 году, и все деньги, на которые она содержалась, были перенаправлены на образование. И вот благодаря этому страна имеет самый низкий уровень безграмотности в Центральной Америке. Но что важнее, костариканцы сами считают себя счастливейшими людьми. У них есть выражение, которое звучит как «pura vida». У этого термина нет описания, но это одна из самых излюбленных фраз костариканцев. Означает она что-то типа «жизнь прекрасна, нет проблем, все класс». Но если у нас это выражение чаще встречается в романтических фильмах, то для костариканцев это стиль жизни. Они иногда вот просто спонтанно выкрикивают эту фразу «pura vida». Но давайте переходить к кофе. В Коста-Рике мы с вами поговорим об одном интереснейшем продукте, который эта страна стала поставлять на мировой рынок одной из первых. Возможно, вы уже даже видели его на прилавках магазинов. И если вам попадется пачка кофе, на которой будет написано «медовый кофе», я бы хотел, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Потому что это не имеет никакого отношения к меду. Его в данном продукте нет и в помине. Но терминологически это называется именно так. О чем же идет речь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам на секундочку нужно пройти небольшой ликбез на тему того, как устроено кофейное зерно. Прежде всего, кофейный плод – это ягода, которую на многих языках мира называют вишня. Она действительно похожа на вишню, с той только разницей, что в ней две косточки, а не одна. Кожура кофейной ягоды, или наружная плодовая оболочка, очень сочная и сладковатая на вкус. Дальше идет то, что называется пульпа, или мякоть. Это клетчатка, которая находится под кожурой, то есть ее внутренняя часть, как бы жирок, который находится под кожицей. Затем, сняв кожуру, вы сразу увидите очертания кофейного зерна. И вам покажется, что это уже оно. Но это еще не зерно, а так называемая пергаментная бумажная оболочка. А внутри нее уже и находится кофейное зерно. Когда зерно высушивается, эту кофейную оболочку счищают. Вот и все элементы. Разве что на кофейном зерне имеется еще такая тоненькая оболочка, которую называют серебристая пленка. Это последний слой кофейного зернышка, своего рода его нательное белье. Серебристую пленку вы часто можете видеть в обжаренном кофе. Вот в складках в продольном желобке кофейного зерна иногда видны остатки этой зажаренной серебристой пленки. Так вот, между зерном и мякотью снятой кожуры есть еще один слой, который называется пектиновый слой. Это такая скользкая прослойка, в которой содержатся полисахариды. Благодаря им, кстати, кожура и становится сладкой. Это и есть основа того самого меда, о котором дальше пойдет речь. Теперь перейдем к способам обработки кофейных зерен. Самый простой из них называется натуральный. То есть собранные кофейные ягоды просто раскладываются на земле под солнцем, и когда они высыхают, с них счищается кожура. Этот способ называется сухой. Второй вариант называется мокрый или мытый. Когда плоды собрали, с них сразу же снимают кожуру и хорошенько промывают от этой клейкой массы. Но есть еще третий, промежуточный вариант. Он называется полумытый. Кожуру в нем тоже снимают, но весь этот пектиновый слой и всю клейковину оставляют на зерне, не смывая. И вот в таком виде зерна раскладывают под солнцем для сушки. Вот этот способ и называется медовым. Дело в том, что когда несчищенные кусочки этой пульпы высыхают, зерно становится таким липковатым и действительно выглядит как будто обмазанное медом. При этом медовый кофе может быть желтым, если на зерне оставляют совсем мало меда. Красным, если меда побольше, он даже становится таким бурым. Или же медовый кофе может быть черным. Черным его называют, потому что если меда на зерне остается много, а солнце очень жаркое, то он прямо засмаливается до такого действительно черного смоленистого вида. Сегодня медовый кофе стал очень востребованным продуктом. Конечно же, в первую очередь из-за того, что слово «мед» в названии придает особое значение этим зернам. Но я хотел рассказать вам о нем для того, чтобы,
чтобы это не вводило вас в заблуждение. Меда в напитке вы не почувствуете, но вы должны понимать, что это всего лишь один из красиво названных способов обработки кофейных зерен.